Я всегда опасаюсь, чтобы мы не побежали впереди паровоза и в угоду, ну, сегодняшнему дню, в угоду какой-то моде не совершали какие-то шаги. Вот модно сейчас цифровизация. Порой многие не понимают, что такое цифровизация, но тем не менее это модно. В свое время без всякой моды мы создали парк высоких технологий, он свою роль сыграл и играет в настоящее время. Кстати, я хочу, чтобы вы сегодня эту тему затронули и проинформировали меня, что там происходит в этом парке, насколько тенденция оттока кадров, как меня информируют, вот такой уж там отток, что завтра погибнет Беларусь без айтишников. Я знаю вашу позицию, насколько она верна, и вы об этом скажете. Но в ближайшее время нам надо посвятить какой-то день для того, чтобы вместе провести совещание с айтишниками, с теми компаниями, которые там работают, и принять ряд решений. Потому что процесс отъезда некоторых айтишников все-таки наблюдается, и, возможно, он немалый. Поэтому нам надо посмотреть с точки зрения безопасности, насколько это опасно для Беларуси. С другой точки зрения, надо все-таки разобраться с IT-технологиями, с IT-парками и с этими айтишниками, чтобы у нас были равные условия для всех. Время пришло для того, чтобы решать эти вопросы.